Так что, всем привет! Сегодня мы продолжаем проходить полис-симулятор Patrol Officers. Вот, что, сегодня мы продолжаем патрулирование. Поехали! Сразу же, почему бы и нет? Так, на этой чудо-машинке. Так, посмотрим еще, что тут у нас интересного есть. Кто у нас сегодня может что нарушит интересного? Аварии какие-то, может быть. Так, эта машина, какая машина проехала на красный? Так, блядь, это ж не видно. Ну, будем объективны. Это называется уже, блядь, беспредел. Если бы я сейчас бы за ним бы поехал, потому что его там не видно. Так, так. Так. Патрулируем, катаемся не спеша. Ну, то есть у нас все как обычно. Здесь ничего нового, надо обгонять, потому что это будет долго. Так. Так, вагон вообще вот этого оштрафовать. Но нам сегодня нету за штрафы, как бы, эти самые. Привилегий, поэтому за, точнее, за штрафы за парковку, вот, нету никаких привилегий, поэтому не знаю. Ну, прокатаемся. Вот, я тут уже немножко вчера начинал играть, но у меня что-то все начало виснуть, я типа съебался отсюда, типа вышел из игры, потому что, ну, а смысл? О, вот это уже интересно. Поехали, поехали. Ну, блять, можно немножечко подсъебаться. Сука, куда ж вы летите? Такой, блядь, ёбаный рот. Можно-то быстрее въебаться можно, чем, блядь. Так. Поехали. Оп, оп, хорошо. Блядь, занесло как. Ай-яй-яй. Так. Так, 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 так. Ну, нам, в принципе, 600 метров осталось до этого. Ну, чё ты, блядь, навстречку вылазишь ты, блядь? Дурне. Ну, что, по прямой везде просто? Так это хорошо. Не, хотя где-то... Ага, блядь, я... Ох, нихуя, почти полицейский разворот. Так. Направо нам надо. Ну чё вы, блядь, навстречу съёбываете, я не понимаю. Блядь, а зачем аж такой круг надо было делать? Вот вы мне объясните, пожалуйста. Я что, блядь, по факту как полицейский могу сделать и как бы вот так вот. Кто мне это запрещает сделать? Так, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Так, дорожное загрязнение. Устраняйте пробки и обеспечивайте свободное движение транспорта с помощью дорожных заграждений, которые можно найти в багажнике патрульной машины, размещенные на крайней левой полосе. Так, нужно ждать водителя перестраиваться и разворачиваться. Размещенные на парковочном заграждении резервируют парковочные места. Не стоит забывать убирать заграждение после устранения службы. Блять, а как это тогда сделать? Ладно, давайте пробовать. Нет, наверное, надо вот туда сейчас отпарковать машину, вот сюда, на этот, на бордюр, потому что, чтоб, если в объезд ехать. Так. Так, в багажнике я могу что-то найти, какие-то заграждения. Световые шашки из багажника, и добавьте их к переносимой спойте их, чтобы оградить место аварии. Так, заграждение и используйте их для обеспечения свободного. Так, перезарядить, достать дорожные конусы. Угу. Давайте попробуем заграждение, что ли, я не знаю. Так, ну эти нет. Здесь заграждение. Так, используйте, ну. Подожди. Правой кнопкой мыши. Так. Устраните пробки, обеспечивайте свободное движение транспорта с помощью дорожных конусов, которые можно найти в багажнике вашей машины. Размещенные дорожные конусы вынуждают водителей перестраиваться. Ага, окей. Так, подожди. Блять, их надо бы, чтобы они подъебались, если честно, отсюда. Так, ну давай вот так один этот, одно заграждение поставим. Не знаю. Так. Вот так. Ну, блядь, тогда вот тому типу придется поставить. Потому что эти, блядь, NPC, они тупые, нахуй, как я не знаю кто. Так, ну один конус достали. И еще, наверное, один бы. А, у нее 4 конуса тут сразу у меня, слышишь? Нормально. Так, а почему я тут не могу поставить конус?
Так. Ну, этот на аварийках стоит. Где-то вот тут я увидел зелененькую метку. А, ну типа автоматом. Так. Все, заебись. Все. Ну, в принципе, все, мы оградили. Ну а что я могу сделать? Типа, блять, тут в две полосы просто все перекрыто, поэтому, ну, как бы тут есть нюансики. Так, ладно, вызываем для них всех этих скорой. Скорую. Так. А, так, теперь вы, ребята. Стопроб удостоверения. Давай. Что ты мне расскажешь, друг мой? Так. Ты мне расскажешь, что у тебя так до 24 года, это до 25. Хорошо. Так, что ты видел? Ты в шоковом состоянии. Ладненько. Понятненько. Давайте на алкоголь проверим. Пил, не пил, пил, не пил, пил, не пил, пил. Не, нихуя, смотри, я, блядь. Я фокусник ебучий. Не пил. Хорошо, идем дальше. Следующий. Теперь тебя давай обсудим. Что ты мне расскажешь? Так. Что у тебя до 25-го, до 22-го, блять. 0,5. Просроченная страховочка, ладненько. Потом с тобой разберемся. Просто расскажи мне пока что, что ты видел. Не знаю, у меня сегодня все из головы летает. Заебись, красавец, что могу тебе сказать. Так. Не пил. Да, реально трезвый. Ты за три. Ладненько, так, а ты кто вообще такая? Больше трезвых жизни не унесу. Так. А, давай. Так, а ты, блять, водитель какой машины, я извиняюсь. Права просрочены, страховка просрочена. Ай, молодец, блять. Ну расскажи, что ты видела. Ты ехала быстро, хорошо. Допустим. Давай на алкоголь тебя проверим быстренько. Так. И что тут? Трезвая. Не, ну слушай, по-другому. Тебе, блядь, сразу я штрафы выписываю. Потому что у тебя что-то пиздец какой-то. А в смысле нет? У нее. Хорошо, он так, блядь, а в смысле? Подожди, так у нее же все просроченное. А, блядь, там уже по датам, блядь. Я в датах, может, проебался. Все, скорее всего. Так, я, блин, подавлено. Так, ой, что-то провисают все-таки. И это чья машина? Это ее, походу, машинка. Ну, ладно, начинаем фоткать. Так. Фотку на память. Так. Тут что у нас? Есть. Так. А ну съебался в ужасе. Так. Содержательный отчет. Заебись. А что, это машина целая? Серьезно? А ну тут, блядь, скольчик маленький. А что он не хочет фотографироваться? Ну ладно, его просто сфоткаю. А эта машина что? Что стоит? Ладно. В принципе, все. Взаимодействовать. Ладно, хуй с вами. Просто типа вам выдам, блядь. Будешь должен, блядь. Отпускаю. Так. Тебе тоже выдать. А он поедет на своей тарантайке? Она уедет? Отпускаю. Так, ездите аккуратно, блядь. Да, действительно. Он реально уедет. Так, а вот тут, типа, а чё скорая не приезжает? Скорее всего, из-за того, что там ёбаная пробка. Так, блядь. Ебать, у него видели, что у него с ногой было. Так, выдать отчет.
Будешь должна, блядь. Так. Теперь мне надо все ограждения убрать. Конусы забираем. Так, два. Три. А реально, что скоро они приезжают, ебаный рот? Я не понимаю. Отменяю. Отзовите скорую, медики больше не требуются. Допустим. Так. А теперь еще раз. В смысле? Вызвать скорую. Ну? А чё мне никто не отвечает на эти запросы? Мне интересно такой момент. Так, ладно. О! О, наконец-то кто-то приехал. Так. Ага, он скорая. Так. Так. Убрать. А ее хоть кто-то пропустит? По-моему, по звуку она чуть ближе становится. Так. Ага. Он просто оттуда станет и побежит. Так. Беги, блядь. А чё он один? А типа, кто внутри там эти дурочки? Ладненько. Человек пришел в дорогу в неположенном месте. Да пока хуй на него, если честно. Так, все свидетели. Так. Подожди. Ты свидетель? Нет, ты никто. Какие свидетели? Я свидетелей тут вообще не вижу, честно говоря. Ну и хуй на них получается, тогда на этих свидетелей. Я считаю, что это справедливо. Так, все. Так, поехали дальше. Что у нас тут еще есть? Ну такая, блядь, авария, конечно. Что много пробок. Из-за того, что одностороннее движение, такая пробка собралась, что их не развернуть, в принципе, никак. И с ними ничего не сделаешь, с этими молодыми людьми. Ебать. А что у тебя с тормозами, друг? А, все, смена окончена, ебать, домой, ну. Это, кстати, туда же надо сейчас заехать мне. Ой, это односторонка. Ой, извините. Извините. Ебать, ты летишь, ну я в ахуе. Да съебись ты, пожалуйста. А ну-ка. Съебутся? Не, не съебутся. Блять, ну я тут не протиснусь. Да. Туда по бордюрчику получается. А если я собью тут человека, то ничего. А вообще похуй. Я понял. А, тут нужен был вообще еще бы эвакуатор, но он тоже сюда, блядь, не проедет. При всем желании. Так, заезжаем на парковочку, запаркуем этот чудо-автомобиль. Блядь. Ну, чуть-чуть въебался, ничего страшного бывает. Все, идем сдавать смену. Ну, это, по-моему, самая короткая реальная серия. Ебать, чуть-чуть въебал, она уже дымит. Пиздец, блядь, это что, сука, за машина такая? Что ее, блядь, так собирают хуево? Заканчиваем смену. Вот, такая очень коротенькая на сегодня серия, что у нас сегодня тут получилось. Ну, новый уровень, нам еще долго до нового уровня. Поэтому... Так, плюс 30, что-то там минус 5, ага. О, 220, ну да. Еще пока рановастенько. Не, ну с этими ограждениями, кстати, прикольно. Вы завершили неделю, выходные, надеюсь, вы можете выбрать... Вы начнете новую неделю, если вы уже открыли другой участок, вы можете выбрать его. Ух ты. Центр. А, ну да, тут же можно районы менять. Ебать, орел. Я хочу теперь в центре работать, слушай. Я хочу работать в центре. Да, я могу здесь на машинке патрулировать. Да ты шо, кайфы. Блять, эта игра уже становится интереснее. То есть теперь вот эти надо все районы здесь тоже пооткрывать. В этом городе. Блять, ну это класс. Город реально огромный. Хорошо, ребят. В принципе, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Всем удачи. Ну и, конечно же, совсем, совсем до скорого.